Еще 80 семей Тараса обрели крышу над головой. Сегодня новоселами стали счастливцы дома номер 30 15-го микрорайона. Уже третью неделю подряд в областном центре выдают жилье по госпрограмме. Семья Карабаевых – одна из счастливых новоселов сегодня. Молодая семья, имеющая двоих детей, 10 лет мыкалась по съемным квартирам. И вот сейчас не верит подвалившему счастью. Вот, дождались очереди и получили квартиру. И не верится, что это наше. Очень благодарен местным властям, что проявляет такую заботу о людях. На сегодняшний день уже 240 семей стали счастливыми обладателями квадратных метров. На следующей неделе будет сдан еще один дом. Так что новоселье отмечают в Таразе еженедельно получается. И ничего, что жилье арендное. По сути, оно ничего не меняет. Главное, есть крыша над головой. До сих пор многие не понимают, что такое арендное жилье, и пугаются его. Между тем, эта квартира их. Они будут оплачивать только аренду, купить не могут, но имеют право оставить своим детям, а те, в свою очередь, своим. Отметим, что сейчас идет строительство еще 19 домов и 4 общежитий. Стоящие на очереди 19 тысяч семей до конца текущего года получат собственное жилье. Куляш Мурзакова, Шенгисхан Кенисхан, 77 News.